Ты сегодня пораньше ложись, завтра с утра вставать рано, прося колоть. К нему же всего 2 недели. А мы ему это, на лбу Михалыч наколем, частейся. Чего это? Ой, никогда не забуду, как он на нашей свадьбе отрывался. Ой, ну ты, батя, шутник. А вы мне это, в свой клейн возьмите. Здравствуйте, с вами команда Агро Первошей. И сейчас мы покажем вам свои агро-карапули. Кузнечик недоволен джинсами. Блин, опять растянулись. Злая мама. Мам, я не доем. А я и дожарила. Муха-детектив. Я слишком стара для всего этого дерьма. Команда Агро Первошей, все только начинается! Неспроста, именно я буду объявлять миниатюры, потому что девушки, ну я же вижу, как вы пожираете меня своим взглядом. Особенно девушка в 7-м ряду, даже с вилкой пришла. А у нас человек с очень слабыми суставами на дискотеке. Девушки, которые пришли с парнем. Парень – это парень, а мужчина – это мужчина. А фильмы смотрят не только люди, но и животные. Итак, представьте, тюлень в кинотеатре. Девушки, которые пришли на концерт, вы для меня как фрукты. Я прям жду, когда вы уже созреете. Итак, представьте, парень, который постоянно что-то забывает. Блин, паспорт! Когда на кухне включается свет, все тараканы разбегаются. Итак, представьте, один не успел спрятаться. Свет, выруби. Да я только водички попить. По-бырому. Вашему вниманию мы представляем тройку горячих фраз, после которых девушки бросают своих парней. Третье место. За тобой в глушицу. Второе место. Сам усатый. И почетное первое место. В смысле, у тебя туалет во дворе? Девушки, которые не похудели к лету, не расстраивайтесь, уже осень. Казус на передаче «Жди меня». Зинаида, поздравляем, мы нашли вашего мужа. Ой, не та дверь. Девушки, вы знаете, какое самое лучшее место для поцелуев? Что? Венеция? Нет, рот. Итак, представьте, библиотекарь со стажем под окнами роддома. Машка! Иванова! Чего? Ты когда мне Есенина вернешь? Я вообще-то беременна! И так будет с каждым, кто не вернет мне Есенина! Девушки,
Наши родители готовы помочь нам абсолютно в любой ситуации. Итак, представьте, девушка собирается на свидание. О, гляньте, накрасилась она. Оля! О, ухажер тут пришел. Оля! Пусть покричит, пусть докажет свою любовь. Оля! Пусть весь двор знает о его чувствах. Оля! Мы женщины, и мы должны быть желанны. Оля! Видишь? Натока! Ну, тут передержали, да, и такое бывает. И в конце хотелось бы сказать. Ребят, стойте! Сегодня я решительно настроен найти себе девушку! Девушка, добрый вечер! Вот я прям чувствую, что у нас с вами 100% совместимость. Вот кто вы по гороскопу? Вы рыбы? Я пивко. Вы весы? Я гирька. Вы водолей? Я подотру. Вы рак? Да я дно в конце концов. Нури, хватит заниматься фигней. Идем на сцену. С вами была команда «Агропервошей». И закончив свое выступление, мы хотели бы пафосным и энергичным поклоном.